Есть стихотворение, которое очень... Я вспоминаю всегда, когда какие-то наступают тяжелые моменты в жизни у каждого из нас, а сейчас у всех. Достойно. Главное, достойно любые встретить времена, когда эпоха то застойна, то вспаламучена до дна. Достойно. Главное, достойно, чтоб раздаватели щедрот не довели тебя до стойла и не заткнули сеном рот. Страх перед временем падения, на трусость душу не потрать, но приготовь себя к потере всего, что страшно потерять. И если все переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость, и это надо пережить. А здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь. Не здешний снос Гардемарины, дурна ли жизнь, иль хороша.